говорят, что есть. Говорят, что все хорошо. А внутри? Внутри? Ну, сейчас мы узнаем. Может, ты хочешь, чтобы меня было сверху? Ну, что мы да, конечно. А что-то сверху у нас. Дальше пишите, какого... в чем лежало и что именно. Можно потом пролистать вашу программу. Четыре, поехали. Мы с Нового года забыли вот такой вот костюм Деда Мороза. Все это произошло как раз таки на те самые новогодние праздники. Также у нас еще забыли вот такие вот подарочки, которые с елочек, видимо, дети везли. Также вот такого вот символ 2017 года, петушок. Тоже забыли. Какой-то мальчик написал письмо Деду Морозу и тоже забыл его в московском метро. Очень надеемся, что в будущем году мальчику все желания его сбудутся. В любом случае, это письмо, надеюсь, попадет Деду Морозу. 3-4. Также в Новый год кто-то забыл искусственную елку новогоднюю. Ехал в метро, зашел в метро с хорошим настроением. Надеюсь, вышел тоже с хорошим. Но елочку забыл. Поэтому елка ждет своего хозяина для того, чтобы можно было ее забрать обратно. Мы тоже забыли в московском метро. В московском метро не отчаивайтесь. Всегда можно эти вещи найти на складе забытых вещей. Все они поступают сюда, на станцию метро Котельники. И можно вернуть свою вещь. Главное это сделать в ближайшее время. Елка в таком необычном виде и была, то есть она какая-то да, наряженная. Да, да, совершенно верно. Елка была именно вот в таком наряженном виде. Вот такие мандаринки, такие елочные игрушки, выполненные именно в качестве елочных игрушек. Очень красивая, смотрите, да? Ну, кто его знает, что сказать, хозяин. Елка, в общем-то, забыл, даже это большая. Ну, бывает всякое. И большие, большие, огромные меховые игрушки забывают. А ковер оставили, да, Андрей? Так, это всякое бывает. Еще раз повторюсь, что и Дед Мороз, и посох тоже забывали. Посох уже, видите, вернули, так сказать, владельцу, как хорошо. Дедушка Мороз пришел за посохом и все-таки его забрал себе. Вот. Напомню, что 79 вещей было оставлено в новогодние праздники в московском метро, и, соответственно, сотрудниками метрополитена передали на склад забытых вещей после, конечно, тщательного досмотра. Андрей, а письмо сейчас забывали? Письмо, конечно. Оставил некий мальчик. А, это девочка. Будем светить его имя, ее имя. Ну, вот Деду Морозу она написала. А как ее зовут хотя бы? Зовут она Диана. Диана оставила письмо Деду Морозу в ожидании того, что будет чудо. Я думаю, что, кстати, чудо всегда встает. Так что будем надеяться, что детская надежда сбудется, несмотря на то, что забыли в московском метро. Может быть, это и лучше. Вот. Но в любом случае, если Диана опознает свое письмо, то, думаю, родители могут прийти. Но не опознают, передадим сами Деду Морозу. Такую милую елочку. Нет, такого милая елочка была забыта в московском метро пассажирами. А именно вот как раз те самые новогодние праздники. Видите, то есть все имеет свою какую-то сезонность. И даже Новый год тоже сезон. Забывают такие вот новогодние вещи. Ну и, конечно же, не обошлось без таких вот нарядов. Так понимаю, кто-то ехал на новогодний огонек или корпоратив и забыл вот такую шапочку. Так, и надеюсь, на экранах новостях. И можно все, собственно говоря, нужно будет назвать определенные вещи, да, каким-то критерием, по которым оставляли, где оставляли, взять с уточнением времени, даты, линии, и, собственно говоря, приехать на склад забытых вещей. Сейчас на складе всего вещей. Вот сейчас не могу подсказать. Ну, порядка там какой суммы. Вообще вы ведете статистику? Статистика ведется, конечно, у нас же каждая вещь в базе данных.
Поэтому статистику мы ведем безусловно. Мы просто сейчас уточним, сколько вещей всего сейчас есть. Но мы говорим, что мы готовы открыть и вторую линию, звоните. Потому что для нас очень важно, чтобы эти вещи находили своего хозяина. Возвращались к ним. Они хранили здесь, дали уже утилизировались, согласно законодательству. Раньше склад располагался на станции «Университет», был очень маленьких размеров. Это было расположено было в старых помещениях. Вручную велось все журналы, все хранилось в одной практически куче. Вот. Сейчас, как вы видите, все сортировано, все вещи имеют свой уникальный код. И также полное описание. Но все равно, наверное, вам комната маленькая для всех. Какое-то, безусловно, расширено. Но пока такой надобности у нас нет. Как хватает. Вещи по времени на складе забытых вещей. Все вещи на складе забытых вещей хранятся полгода. А потом куда? А после они утилизируются. А телефоны даже, да? Айфоны там, например. Все утилизируется, все. Законодательство Российской Федерации никто не отменял. Согласно законодательству, мы должны все утилизировать. Для этого мы на конкурсной основе выбираем подрядчика, который специализируется как раз на утилизации вещей этих. И телефоны, даже если мы видим телефоны, мы их не присваиваем. Когда уже подходит, мы смотрим там, завтра полгода, да-да-да. Нет, закон. Закон Российской Федерации один для всех. Если кто-то будет замечен, сразу в тюрьму. Оставляют разные вещи. Но, к сожалению, оставляют и такие крупные вещи, как велосипеды, мягкие игрушки. Вашему вниманию сейчас вот представлены как раз те самые образцы велосипедов, которые по каким-то причинам были оставлены пассажирами московского метрополитена в московском метро. Напоминаю, что также мы принимаем и вещи из московского центрального кольца, где как раз-таки эта перевозка велосипедов разрешена. Поэтому, скорее всего, эти вещи были оставлены там. Но это не факт, что они были оставлены там. Вещи могли быть оставлены где угодно. Вот. А для того, чтобы забрать эти вещи, необходимо указать, где они были оставлены, когда были оставлены, в какое конкретно время они были оставлены, а также полностью описать все детали своей поездки в тот день. И какие документы нужны для того, чтобы подтвердить, что это его вещь? Андрей Сергеевич, а рюкзак да. Будем отдавать сегодня? Там молодой человек ждет, там рюкзак. Для того, чтобы забрать. Паспорт с собой нужно принести, чтобы забрать, безусловно. А так, еще раз говорю, нужно просто отдельно описать. Давайте. Вон ваши вещи. Проверяйте. Покопайтесь там, пока. Целый кинофильм уже снял. Спасибо. Хорошо, спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Да? А, на самом деле, нашим драйвером, да?